Простая киста почки – это доброкачественное тонкостенное образование, содержащее желтоватую жидкость. Происхождение кист до конца не выявлено. Существуют теории, подтверждающие как врожденный, так и приобретенный их характер. Как правило, кисты почек не проявляют себя до достижения определенного размера, и у большинства пациентов обнаруживаются при рутинном ультразвуковом исследовании. Возможные осложнения, сопровождающие наличие кисты в почке, включают в себя сдавление ткани почки с нарушением ее кровообращения, озлокочисление стенок кисты, сдавление кистой почечных сосудов с последующим возникновением артериальной гипертензии и возможность инфицирования кисты. Как правило, все эти осложнения встречаются при достижении кистой размеров 5 см. Именно этот размер и является показанием к какому-либо варианту лечения кисты. До достижения этого размера рекомендуется наблюдать за кистой, то есть раз в год делать ультразвуковое исследование и оценивать динамику роста кисты. Возможными вариантами хирургического лечения почечных кист является черезкожная пункция, лапароскопическая резекция кисты, либо традиционная или так называемая классическая операция. Выбор того или иного метода лечения зависит от состояния пациента и возможностей клиники, в которой производится лечение.